12 февраля 13:30. На этом наш влог не закончен. Знаете почему? Вот поэтому. Вот. 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 Именно поэтому. Рима, что ты скажешь? А что мне говорить нужно вообще, Ангелина? Пошли на улицу. Конечно, пошли. Мы уже на улице, и снег довольно-таки глубокий. Не по колено, конечно, глубокий. Я вчера здесь сидела, лавочку уже засыпала. Я просто в шоке, ребят. Я не знаю, как мне добираться до церкви. На эту горку должна заезжать такси. Я не знаю, как я вообще буду добираться. И снег до сих пор идет. Ой, я чуть не упала. Капец. Все машины в снегу. Тут столько детей гуляет, капец вообще. У меня аж снег глаза слепит. Вообще супер. Прикиньте, вот так вот. Мой кот Серый, он спрыгнул с окна. Я на первом этаже живу. И, короче, Серого очень видно под снегом. Он прям глаза слепит. Снег так хрустит приятно вообще. Ребята, я уже упасть успела. Да капец. Посмотрите, какой глубокий. О, тут прям сугробы. Это вообще просто. Рима, как тебе? Ангелина, мне холодно. У-ху. У-ху. Я ее закопала. Она вам просто, смотрите, она вся закопана, бедная Рима. Но на работе не мучай Пэта. У-ху. У меня все штаны в снегу, капец. Я села в снег. Это просто... Это капец какой-то. Если что, я в перчатках, поэтому руки черные. Уху! Уху! Я вот этот... Я закапывать буду себе как этот, как в песке. Все. Ребята! Это вообще... Это я никогда бы не подумала, что я буду так делать. Я лежу на снегу, и мне все равно. Вот это круто, блин. Пробуем из горки скатиться. Давайте. Вот так. Правда, не катается, нужна картонка. Капец, блин. Нужна картонка. У-ху. Я сейчас грохнусь. Зато хотя бы в снег. Давайте попробуем с горки скатиться. Это вообще супер. Natural love. Опа-на. Давайте попробуем. Я, наверное, буду скользить, если я не ошибаюсь. У меня сапоги скользят. Не получится с ней скатиться, только картон нужен. С ней скатиться не получится. А жаль. Какой огромный снег. Я полностью обвалялась в снегу. Я уверена, что я не заболею. Потому что Бог со мной. Поэтому я не заболею. Хотя предпосылки были, но я не заболею. Ну что, Рима, как тебе? Ангелина, это вообще просто. Это жесть. Ну давай тогда заканчивать. Давай. Ребят, уже вышло солнышко, уже начинает снег потихонечку таять, и я нашла качелю. Догадайтесь, что я хочу сделать. Валялась в снегу, как только можно.
меня вся куртка грязная сзади, я боюсь, что там с ней вообще. Уже снежок тает, поэтому не так холодно. Этот влог, наверное, огромный. Я придумала кататься вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Оп. Обожаю это. В том году, короче, тоже так же каталась. Когда только-только уверовала, я так же каталась. Это круто. Очень даже. И знаете еще в чем прикол? Сейчас приду домой. Сделаю себе вкусные. Сделаю себе вкуснейшие гренки. Чай вкусный. И буду это все кушать. Это просто великолепный вайб зимы. Если вам понравился такой влог, потому что для моего телефона эта температура крайне, знаете, экстренная. Он аж вырубился. Было 37%, сейчас 14%. Он просто вырубился и включился потом. Для него это слишком экстремально. Я еще плюс бросила телефон в снег. Это жесть. Мы покатаем. Мы поставили телефон на подставку. Здесь снега поменьше. Я хоть говорить могу нормально. Ребят, прикиньте, что узнала. Оказывается, в этих перчатках можно снимать. Они реагируют на телефон. Но почему-то раньше я этого не замечала. В тот раз, когда я выходила гулять, они не реагировали на телефон вообще никак. Я сейчас просто жестко тупанула и могла снимать и не мерзнуть одну руку. Я могла просто снимать в перчатках. Это вообще обидно. Ну ладно, что уж приделать. Я могла сделать себе этого ангела снежного и не повреждая руки. Они могли бы просто... Я могла бы просто... Блин. А уже все. Не вернешь ничего назад. 7%. Чего я сейчас сниму, блин? Ничего. Уже все. Поздно. Пить боржоми. Тут серый со мной гуляет. Кс-кс-кс. Эй. Эй. Нравится гулять? Спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока-пока. Пока меня снегом не замело. Всем пока. У меня, ребята, прикиньте, телефон уже телефон вырубается. Я его еще и снегом в камеру пихнула. Ну, это вообще. Поэтому я сразу сняла прощание, потому что телефон уже вырубается.